Здравствуйте. Морковку можно почистить по-разному. Мы, не избалованные хозяйки временем, чистили морковку обычно, вот так ножом, или еще лучше, вот так ровненько снимали кожицу. Если это была морковка молодая, или даже как вот эта, просто вот так ее вели пальцем к пальцу нож, ставили его просто перпендикулярно и все это делали. Дальше появились, это как в моей жизни, появилась вот такая возможность почистить морковку. Это быстрее, наверное, и просто там уже не нужно раздумывать, ты просто берешь. У меня такого даже сильного навыка нет, потому что я этим способом и не пользуюсь, потому что, видите, оно быстро, но, тем не менее, оно снимает кожицу. И морковка хоть и получается хорошенькая, чистенькая, но есть еще один способ, которым я пользуюсь любое время года. Потому что он, во-первых, более, я бы даже сказала, немножко экономный, более очищает ее лучше, потому что меньше и остается какой-то еще слой. Она даже по цвету немножко не такая. Но для этого я включаю немножко воду. И для меня, у меня есть вот такая губка металлическая для посуды, для того, чтобы мыть всевозможные там загрязнения более такие сильные. Это обычная, вот у меня, например, Семвея, Dish Drops. Может быть любая другая, но здесь получается, что такая тоненькая, со стружки сделана, с нержавейки материала, поэтому она никогда не ржавеет, она всегда у меня лежит, надолго ее хватает, ну и показываю. Вот обыкновенно под водой. Также точно можно чистить молодую, я чищу молодой картофель. Морковка получается чистая. Все это быстро делается. Я обычно, знаете, чтобы экономить еще больше время, вот и все, вот она уже хорошая. Видите, вот чистенькая, хорошая морковка. Я же говорю, даже цвет немножко другой, потому что не снята вот эта вот кожица сразу под кожей морковки. Я начищаю всегда, 2-3 кладу все это в кулечек и ложу в холодильник для того, чтобы потом побыстрее можно было использовать ее, если там надо. Мы моркови кушаем очень много, поэтому вот все, вот видите, как говорят, быстро, гладенькая она, чистенькая, ровненькая такая морковка. Я уже заметила, что есть такие хозяйки, молодые хозяйки, когда они уезжают из дому, и им нужны вот такие простые, припростые рецепты. Поэтому я такой простой способ очистки морквы вам и показала. Все, будьте здоровы, всего вам самого хорошего.